Привет, ребятки! Вы видели прошлое видео, где я записал новый фанмейт от ютубера вот этого, смотрите. В фанмейте там показано ник ютубера, и наконец-то же от него вышло видео по классному фанмейту. Я бы это лучший фанмейт из всех. Это именно я вышла третья часть фанмейтов. Это от него самый лучший фанмейт. Я вам покажу, у меня ютубер, один подписчик спрашивал, как скачать туториал, как сделать, скачать именно. Так что давайте я вам покажу. Вот тут написано, что ссылка в комментариях. Вот. Загрузите айскрим сейчас. Вот. Ну, скачать. Нажимаем по ссылке на его сайт. Это именно новое, это другой айскрим, типа, ну, айскрим. Ну, в общем, это, типа, похоже, как на пятый айскрим, только не совсем. Вот, видите? Классно выглядит, смотрите. Нажимайте вот тут, подписаться, потом, ну, и дальше, в общем, кликните вернуться назад, и вот появится скачать айскрим 6. Нажимаете, и вас перекидывает на Discord. Именно через диск скачать именно игру. Вот, приводите, посмотрим, недоступен. Вот, недоступен, пишет. Типа, там файл называется ARK. Скачать Ice Cream 6 ARK файл. Нажимаем все равно скачать. И вот, смотрите. И вот то, что пишет, диск обнаружил проблемы, связанные со скачанным файлом. И вот. Оно типа пишет, что оно может быть небезопасное, но оно безопасное, ребятки, не бойтесь, скачивайте все равно. Вот все равно скачать. 76 мегабайта весит, нормально для игры. Этот файл является исполняемым и может нанести вред вашему компьютеру или телефону. В общем, не верьте этому. Это все оно не на самом деле, там все именно не так. Там все сделано безопасно. В общем, нажимайте все равно скачать, у вас тут пойдет вот загрузка, именно пойдет, и вы можете зайти в загрузки, вот тут, что вы скачивали, и тут она вот скачается, и вот появится, нажимайте и скачивайте. Вот, смотрите. Ну, вот видите. Я вам показал. Я отмену нажму, потому что у меня уже есть игра сама. В общем, я вам записал туториал, я всегда буду записывать, значит, туториалы, как скачать. Кстати, я хочу сказать вам то, что, смотрите, когда выйдет уже Ice Cream 6, я сразу вам запишу видео по игре, именно. Сразу запишу видео, не буду смотреть, что в игре, а сразу буду записывать, будем смотреть все места в игре. И дальше уже я попытаюсь пройти игру, и будет само прохождение. Ну ладно, будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.